Все, кто еще молод и здоров, встают. Больные, инвалиды могут сидеть. Спасибо. Спасибо, очень приятно. Значит, у нас с вами будет сегодня лекция построена по-новому. Тема лекции – философские основы социально-трудовых конфликтов или социально-трудовой конфликтологии. Значит, мы читать будем вдвоем. Вот. С Юлией Борисенко, которая является выпускницей специалитета. Я думаю, что у нас теперь редкий случай у вас увидеть специалистов, потому что дальше будут только бакалавры. И я думаю, что им вряд ли дадут возможность проводить педагогическую практику. А вот специалистам мы такую возможность предоставляем. Значит, мы построим наши занятия сегодняшние таким образом. Юлия Борисевич, она себя полностью назовет, и она прочитает первую часть. А потом я уже буду добавлять, дополнять. И если мне получится, буду углублять. Но не получится, значит, что получится. Вот, поэтому прошу внимания, слово предоставляется Юлия Борисевич. Пожалуйста. Вот. Борисевич Юлия, как уже было сказано, и сегодня я вам расскажу... Андреевна. Да, пятый курс, специальность философия. И сегодня расскажу про философские основы конфликтологии. Эта тема как раз является темой моей курсовой, предыдущей, четвертого курса. Я тоже рассматривала основы трудовых конфликтов именно. Да, в прошлый раз у вас была тема понятия труда, насколько я понимаю. Ну и мы можем вспомнить, что вообще означают социально-трудовые конфликты. Социум общества, если мы разделим и разобьем все эти три понятия на отдельные части, то социум в данном случае будет представлять общество, труд, кто мне скажет, что такое труд? Это труд может быть любой деятельностью или это какая-то особая деятельность? Общественная. А если еще поточнее? То есть труд всегда должен быть направлен на производство материальных благ. Также трудом мы можем назвать деятельность по обмену веществ между человеком и природой, в ходе которой человек приспособляет вещество природы. Но также следует еще отличать труд от производства. Производство у нас тоже процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества. И следует заметить, что труд, что производство – это непосредственное, так скажем, общение человека со средствами производства. Не должно быть никаких посредников. Ну и конфликт, спор перерастает в конфликт. Конфликт у нас обострившееся противоречие. То есть не любой спор, не любое столкновение интересов, а именно обострившееся, когда уже нельзя регулировать это простым путем. И также конфликт характеризуется не только применением каких-либо словесных способов, но и также иногда он бывает с применением физической силы. А зачем вообще конфликтологии нужна философия? То есть наша тема – философские основы конфликтологии. Ну и зачем тогда конфликтологии нужна философия? Как мы можем вообще конфликты с точки зрения философии обосновывать? С точки зрения философии мы задаем вопрос о определении оснований. То есть мы создаем самую природу конфликта, физическое, что это такое. Таким образом, философия ограничивает наше поле действия как конфликтологов, задает ему путем объяснения, что такое конфликт самого общего. И уже в дальнейшем мы начинаем применять какие-то более специализированные методы изучения и воздействия уже научной философии. Хорошо, отлично. Также еще хочу добавить, что есть у нас науки теоретические и практические. Ну, практические можно по-другому сказать, как прикладные. И конфликтологи, вот, это так называемые прикладные философы. То есть они должны, поскольку философия изучает все во всем,
также изучает развитие, а конфликтологи должны уметь применять все эти знания, знать, во-первых, эти все основания и уметь применять их. Ну, а философ, он просто знает и все, просто создает какие-то свои теории, а конфликтолог должен именно уметь применять их. Приступим к конфликтам. Как я уже сказала ранее, конфликт – это у нас обострившееся противоречие, может возникнуть он, когда уже нельзя урегулировать это простым мирным путем. Ну и также, поскольку спецкурс у вас называется «Социально-трудовые конфликты», то и данное определение конфликта можно применить и к трудовым конфликтам, но следует заметить, что основанием этих конфликтов трудовых является труд, как деятельность по созданию материальных благ. Также трудовые отношения у нас регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. Там же и есть основания возникновения этих конфликтов, способы их урегулирования. И возникающие трудовые вот эти споры мы можем решать на основе коллективных договоров, но об этом попозже. Иногда конфликт является единственным средством решения тех или иных проблем. То есть это, у конфликта не только есть отрицательные стороны, но и также и положительные. Это прогресс и развитие. В своей курсовой работе я сделала предположение, что конфликт появляется с зарождением языка и коммуникации, поскольку у нас для возникновения конфликта необходимы две стороны. Одна конфликтующая, которая нападает, и другая, которая защищается. А первые попытки рационального осмысления природы конфликтов принадлежат древнегреческим философам. Например, Гераклит утверждал, что все в мире рождается через распри, и также и нормы человеческого общения тоже произошли от них. А война является началом всего. Она наделила людей определенными социальными ролями. Кому-то она отвела роли быть богами, а кому-то рабами и людьми. Эпикур, например, тоже размышлял о природе конфликтов, но он считал, что не может война постоянно длиться между людьми. То есть когда-нибудь люди должны прийти к какому-то консенсусу и согласию. И бесконфликтное общество считается идеальным обществом, которое пригодно для жизни. И были попытки в эпоху Возрождения критиковать конфликт такими гуманистами, как Роттердамским, Мором, Беконом и Рабле. Ну еще самое, наверное, интересное предположение. Как известно, Дарвин создал у нас теорию естественного отбора. И именно уже из этой теории и начинались так сказать, попытки изучить эту природу конфликта. То есть, чтобы выжить, человеку нужно постоянно бороться. Виду или там определенной особи, постоянно бороться с кем-то другим. В результате естественного отбора выживает сильнейший. То есть у нас уже в этой теории уже, так сказать, с появлением жизни уже начинается конфликт. У нас еще исследовала и брала такого автора, как Гумплович, он представитель социального дарвинизма, и он говорил, что природу социального конфликта можно свести к трем основным тезисам. Первое – то, что конфликты составляют сущность исторического прогресса. Второе – дифференциация общества на господствующих, подчиненных, явление вечное, следовательно, конфликт тоже является вечным, это разделение. И третье – то, что конфликты способствуют единству общества, а также возникновению более широких объединений. И это, кстати, можно и применить к так называемым профсоюзом. То есть человеку проще, работнику проще объединиться, вступить в профсоюз и защищать уже свои интересы коллективно, чем пытаться добиться чего-то, добиться улучшения условий труда одному, индивидуально. А можно первое?
Я быстро говорю или нормально? Конфликты составляют сущность исторического прогресса. Это по Гумпловичу, по дарвинисту. А второе, у нас, поскольку существует дифференциация общества на подчиненных и господствующих, то, соответственно, конфликт будет неизбежен и будет вечен. Ну и третье, то, что конфликты способствуют единству общества и созданию более широких объединений. Также еще можно исследовать природу конфликтов и разделить это явление на характеристики и на предмет. То есть, смотрите, чтобы возник конфликт, нам нужны, так сказать, три пункта. Первое – это первый участник, первая сторона активно действует в ущерб другому сознательно, своему противнику. К первому пункту еще относится то, что действия могут быть не только словесные, но и также и применение физической силы. Второй участник должен осознавать, что на него оказывается какое-то давление. Ну и третье, участник второй, вторая сторона должна предпринимать какие-то ответные шаги, защищать свои интересы. Ну а предмет конфликта, соответственно, будет проблема, возникшая, основная причина противоречия, которая может либо как существовать на самом деле, либо быть только в воображении одного из участников, только мыслиться. Ну, естественно, каждая сторона хочет добиться того, чтобы ее сторону приняли, и добиться, чтобы другая сторона согласилась на условия первой стороны. Ну, теперь можно перейти к трудовым конфликтам именно. Соответственно, также по аналогии, что нужно для возникновения трудового конфликта? Какие стороны? Рабочий. Да, работодатель и рабочий. А, например, вы можете предположить, какие аспекты, какие вообще... Что может быть предметом конфликта трудового? Из-за чего? Трудовой, работодатель, рабочий. А рабочий-рабочий это уже, ну нет, может быть конфликт, но все равно относится к другой. Межличностный, например. А на основе труда может? На основе труда? Рабочий-рабочий? Да нет, например, разные отрасли и работы есть. Они подчиненные, не работодатель, другой, и не подчиненные. Ну просто там же еще нужно... В конфликтах, чтобы какая-то была общность интересов, правильно? А если, например, один там из отрасли легкой промышленности, а другой из, не знаю, производства каких-нибудь, производства мебели, то у них нет общего основания. Нет, смотри, один, например, менеджер, другой бухгалтер. Да, там один дизайнер, другой бухгалтер. Один хочет сделать больше выпуск продукции, да, покрасивее продукцию, а другой хочет... чтобы сохранить деньги, да, как они сузить ряд товаров, просто сузить ряд товаров, другой хочет расширить ряд товаров. Они понимают. Чьи идеи ты хочешь сохранить? Свои или хозяйственные? Ну, отношения между рабочим и рабочим. Конкретно. Между тем, кто хочет сохранить деньги, и тем, кто эти деньги осваивает. Нет, начался вообще сверху. Это просто разные образы. Бухгалтер, да, и менеджер, там, дизайнер, и там экономист. Они работают, и в течение работы они сталкиваются друг с другом. А если конфликт между начальниками двух предприятий, которые соперничают друг с другом? Будет это трудовым или нет? Да. Или вот так. А каким образом? Да нет, не межличностно, другое. Так, что философия об этом? Уже умалчивает. Что философия? Есть такие вопросы. Лев Карнар читал лекцию в Горном
огромном селе, в горах. И вот он все прочитал, все хорошо, ну там думает, надо же вопрос задать. Вот один встает, так шатал по паке и говорит. Ну это все понятно, про то, что вот вы объясняли, а вот скажите нам, как варенье в подушечке закладывать? И посыпался лекция. И в то время я обдумал. Ну просто обычно, насколько я понимаю, вот эти трудовые конфликты, я именно в своей курсовой рассматривала коллективные трудовые споры между коллективом рабочих и работодателем, соответственно. То есть что менеджер, что там экономист, что два начальника, они стремятся получить выгоду только для себя. То есть для них это является важнейшим пунктом. А в трудовом споре между рабочими и работодателем, работодатель, соответственно, тоже хочет все деньги присвоить себе и как можно меньше платить рабочим, создавать самые плохие условия, там, повышать рабочий день, снижать зарплату, а рабочие, наоборот, стремятся как-то это дело улучшить. То есть это получается, ну, не знаю. В трудовом конфликте всегда это благотворительность социальная, ну, деньги там, я не знаю, там, в основном, годы. В основном, да, это все упирается, да, в материальные аспекты и в условия труда. Ну вот, да, теперь переходим, соответственно, к предмету добавить, если что. Работники выступают за улучшение условий труда, за увеличение заработной платы, также за то, чтобы день был нормирован, никаких сверхурочных работ. Ну и если даже они не будут с этой сверхурочной работы, то за них должны, соответственно, платить нормальную заработную плату. Также, если, например... Повышенная. Даже, например, если предприятие вдруг обанкротится, либо произойдет сокращение, то предприятие должно гарантировать сохранение рабочего места, либо должно гарантировать какое-то обучение тому работнику, чтобы работник смог потом трудоустроиться. Но работодатель не хочет, соответственно, стимулировать производительность труда рабочих через повышение заработной платы. Он, наоборот, старается как можно меньше им платить, создать как можно худшие условия труда и, в основном, любым путем увеличить свою прибыль. А зарплата рабочего – это цена его рабочей силы. То есть, по сути, не работодатель является здесь главным, а работник, потому что он предлагает свои услуги. Соответственно, он ставит свою цену, цену его заработной платы. Он здесь главный должен быть. Также второй пункт. Первый, как мы сказали, это заработная плата. Второй пункт – условия труда. Если работник будет работать без перерывов, постоянно у него будут сверхурочные какие-то работы, будут не соблюдаться нормальные условия труда, то он в конце концов будет получать зарплату и тратить ее на лекарства, на свое лечение, и ничего не получая для каких-нибудь интеллектуальных, духовных и прочих иных развлечений. Третий пункт – охрана труда. Работодатель, соответственно, хочет увеличить производство того или иного товара, ну, соответственно, не соблюдаются никакие нормы. Но даже если, например, и случается какая-то авария на производстве, пострадает какой-то работник, то работодатель это сделает так, чтобы это произошло по вине работника, а не работодателя, чтобы, соответственно, не выплачивать ему никакие пособия. Четвертый пункт – нормирование труда. Я о нем уже сказала. Пятый – сохранение рабочих мест. Также в трудовом кодексе идет различение на индивидуальные трудовые конфликты и коллективный трудовой конфликт и спор. Я рассматривала коллективный трудовой спор, потому что считаю, что работникам проще добиться улучшений, проще
добиться выполнения их требований посредством объединения в коллективы, вступления в профсоюзы и уже коллективной защиты. Но трудовой спор коллективный – это неурегулированные разногласия между работниками, либо их представителями, и работодателями, и их представителями, которые направлен на установление, изменение условий труда, на прочие иные требования. Ну, в основном, да, на удовлетворение требований. Там еще есть некоторые процедуры, но я думаю, вам об этом потом скажут, которые характеризуют этот коллективно-трудовой спор. Я думаю, в принципе, все. Можно, да, можно вопросы. Значит, Елена Андреевна достаточно широко и глубоко раскрыла вопрос о философских основах трудовых конфликтов, и это ставит меня в известное очень сложное положение. Я должен, так сказать, как-то расширить, углубить, да, по идее. Ну, я буду этим заниматься. А как это делается? Делается тоже это философски. Если философски, значит, это делается путем обобщения. Поэтому я, как бы, по этой же цепочке пойду, но постараюсь везде еще, так сказать, брать уровень обобщения более высокий. Например, вот конфликт был определен Юлией Андреевной как обострившееся противоречие. А что такое противоречие? И что значит обострившееся? Надо на этом остановиться. Что такое противоречие? Вот если я спрошу здесь присутствующих, вы скажете, что такое противоречие? Столкновение противоположных интересов, взглядов, еще раз повторите формулировку. Это столкновение противоположных интересов, взглядов, ценностей, идеологии. Столкновение противоположных интересов. Наверное, никогда этого не бывает на поверхности явления столкновения интересов. Люди сталкиваются с разными интересами, правильно? Поэтому противоречие так обычно не выступает. Это вот в глубине, когда начинаешь разбирать противоречие, выясняется, что за этой внешней оболочкой что-то идет. А по форме противоречие – это единство и борьба противоположностей. Противоречие – это единство и борьба противоположности. Я думаю, что на философском факультете все, кто здесь учится, и кто не учится уже, а закончил, это должны знать и из этого исходить, что противоречие – это единство и борьба противоположности. Что здесь абсолютно, а что относительно? Единство и борьба противоположности. Что абсолютно, а что относительно? Борьба противоположности абсолютно, а единство относительно. И это очень глубокая мысль философская. Очень глубокая для конфликтологов, самое главное. Кстати, что это вы взяли, тут вот так все тихо, мирно люди живут, а вы тут, значит, начинаете расковыривать нормальную жизнь нашего общества, искать там конфликты, как некоторые люди там ищут себе жареные что-нибудь пирожки, находят там, где совсем не место для этих пирожков. Почему вы этим занимаетесь? А потому что на самом деле, если углубиться в те процессы, которые в обществе происходят, то мы наблюдаем, что все процессы совершаются в процессе борьбы противоположности. Вот, например, я вот сидел тут, поскольку я был какое-то время свободен от чтения лекций, и Елена Андреевна меня успешно заменяла, в это время я наблюдал, что вот одни товарищи борьбу за то, чтобы прийти вовремя, успешно закончили и пришли к началу занятий. Другие, вот люди, которые не понимают философских основ, они думают, вот как вы позволили, почему вы не пришли, почему не опоздали. Люди боролись за то, чтобы прийти, они же пришли. Это вам-то хорошо, кто здесь сразу пришел, а им как было тяжело.
Потом надо было проходить, причем они не испугались неожиданности, приходят, вроде бы те лекции, не те лекции, уже и совсем другой преподаватель, но тот еще сидит, но хотя уже снят. То есть такая обстановка изменилась, они спокойно заходят, это видно, что люди бывалые. То есть они, их ничем не удивишь. И так, и некоторые люди на таких людей, которые любят конфликты, конфликтовать, начинают нападать. Как можно на них нападать? Человек... А если некоторые вообще не пришли на лекцию? Он старался, но не дошел. Утром, но не мог встать. Боролся. Он же боролся? Боролся. Я помню, я когда был студентом, перед экзаменом я всегда в последнюю ночь перед экзаменом спал. А вот предпоследнюю я спал 2 часа и готовился. Так надо было через 2 часа проснуться, и я, значит, боролся. Заводил будильник. И преспокойно, когда он звонил, его раз. И, так сказать, несколько раз вот я так... неудачно попадал. Потом я придумал, что надо подальше. Так я подальше. Тогда я придумал в другом конце комнаты на шкаф. Надо было вскакивать и искать. Оно все это звенит, надо бежать в темноте, искать. Вот, ищешь. Наконец я понимал, где он, и уже проснулся. Ну, тогда я садился заниматься и готовить экзамен. Это же борьба. Потом борьба не обязательно с кем-то. Ну, не обязательно с кем-то. Все делается в порядке. Единственное, борьба противоположности. Вот, скажем, что такое обучение в ВУЗе? Это надо бороться там с собой. Хочется вот этим заняться, этим, а надо вот заниматься, надо готовиться, надо читать, надо изучать, надо писать курсовую. Причем приходится свой характер воспитывать, с собой бороться, правильно? И это борьба против или за? Вообще всякая борьба – это прежде всего за. Вот если я за это светлое и хорошее буду бороться, а кто-то будет стоять у меня на пути, допустим, преподаватель, так надо с ним тогда уже бороться. Он не дает, знаешь, спрашивает, не ставит хорошую оценку и так далее. Ну какой способ борьбы с преподавателем? Выучить лучше, и тогда самый лучший способ побороть этого преподавателя, правильно? Ну вот, это первое, что нужно нам положить в фундамент, что противоречие – это единство борьба противоположностей, причем единство относительно всегда, а борьба абсолютно. Всякое развитие идет, развитие человека, развитие общества, развитие производства, развитие труда идет через единство и через борьбу противоположностей. Через борьбу противоположностей, хотя единство, конечно, присутствует всегда. Вообще, если речь идет о борьбе, там единство всегда уже есть. Представьте себе, вот 2 борца вышли на ковер. Ну, пока они не схватили друг друга еще, пока нет единства, нет и борьбы. Правильно? Но если вот мы с вами боремся или боксом занимаемся, пока или вы меня не стукнули, я вас не стукнул, нет еще никакого бокса. Правильно? Это что, мы так просто стоим? Поэтому для того, чтобы началась борьба, нужно соприкосновение, то есть вступить в единство. Или, как пишет Гегель в «Науке логики», для того, чтобы нарушители спокойствия выкинуть из храма, его приходится обнимать. Так? То есть единство, оно обязательно присутствует в борьбе противоположностей. И без единства, конечно, никакой, какие-то это противоположности. Можно даже так рассматривать. Берем одну противоположность. Одну. Не две, а одну. Но если это одна противоположность, то значит одна сторона есть и другая сторона противоположности. Правильно? А раз это две стороны одной противоположности, значит, в каждой стороне есть момент другой стороны. Правильно? Ну, допустим, что значит «я вот лектор»? Значит, есть люди, которые эту лекцию слушают. Если никто не слушает эту лекцию, то я не лектор. Или вот вы студент, но вам никто лекции не читает. Так и никакой не студент. Ну, мало ли тут вы сидите. Сейчас я вот уйду, и вы будете, что, вы на лекции слушать? Здесь лекции есть или нет? То есть... Вот если вы берете одну противоположность, то каждая сторона тоже противоположность. Только, значит, одна сторона – это она сама и в ней ее другое, а другая сторона – это она сама и в ней тоже ее другое. Значит, у нас не противоположность, а 2 противоположности представлены как 1 противоположность. И тогда у нас единство противоположностей. Единство. Ну, если говорят «жена», значит, муж есть. Что надо? Какой вывод сделать? Если говорят «муж», сразу, значит, как видение представляется жена.
которая, так сказать, требует, чтобы он вылез из-под шкафа. А он говорит, я свободный человек, хочу вылезаю, хочу не вылезаю. И так далее. То есть мы должны рассматривать всякое движение общества, всякое развитие через борьбу противоположности. Кто этого не делает, тот тоже что-то делает положительное. Что-то делает положительное, но, так сказать, его исследование, оно является неглубоким, но не берет, так сказать, вот живую жизнь. А все живое обязательно, так сказать, совершает свое движение через борьбу противоположности. Есть разные концепции развития. Развитие. Что такое развитие? Вы знаете? А вы развиваетесь? Откуда, говорит, я знаю, что я развиваюсь, если я не знаю, что такое развитие? Не знаю. Некоторые развитие понимают так. И есть соответствующие концепции, что это, так сказать, круговое такое движение. Вот сейчас у нас что? Осень. Осень. Потом будет зима. Потом будет весна. Потом будет лето. А потом осень. И так. И все время и так все возвращается на круги своя. Вот это вот такое развитие. Ничего не меняется в мире. И раньше учились, и раньше сдавали. И все закончали, и вы закончите. Чего тут такого нового? Чего беспокоитесь? Какая борьба? И раньше готовились и становились преподавателями. И вы будете преподавателем. Все хорошо. Все будет отлично. И вы будете преподавателем. Не преподавателями, так другими, будьте, так сказать, специалистами по конфликтологии. То есть все, так сказать, это уже все было, и, так сказать, все не меняется. Как вот каждый раз Солнце, так сказать, вращает вокруг себя нашу Землю, и Земля проходит, и тогда у нас появляется то зима, то осень, то весна. И мы знаем, что сейчас вот у нас день, а вот будет вечер, а пройдет вечер, будет ночь. Пройдет ночь, настанет утро, и так, и так далее. Вот одна концепция развития, и что-то в ней есть, правда? Есть другая концепция развития. То вот сейчас, значит, вот лучше, то становится хуже. Потом опять становится лучше, но вы не радуетесь, потому что будет хуже. А если будет плохо, вы не расстраиваетесь, а будет лучше. И так... Такой маятник идет и спрашивается, а кто тогда это переключает? Вроде там какая-то есть сила, которая переключает то туда, то сюда. Вот у нас сидят министр финансов, директор Центробанка, товарищ Набиуллина. И вот они думают, какой же установить норму процента, по которой давать кредиты. Вот в Америке 1,5-2%. В странах Западной Европы 2-3%, по которой коммерческие банки получают кредиты. Наши орлы, вот эти великие люди, которые пугают всех, что будет иначе инфляция, страшно будет, что будет инфляция, они устанавливают 8%. В сегодняшней газете сказали, вот Набиуллина сказала твердо, 8% все устанавливаем. Думали, будет меньше, нет, 8%. Когда был кризис, 13% аж был. А какая прибыль нормальная в нашей экономике? Вообще в мировой экономике нормальная норма прибыли какая? Ну, 10, 15. Значит, это вот 8, это ставка, по которой коммерческие банки берут у кого? Центробанки деньги. А Центробанк сам никого не кредитует. По закону, вот сейчас у нас такой закон, что... Никто не может взять, вот пойти и под 8% взять кредит. Нет. Вот товарищ придет ко мне, а я Центробанк, он меня возьмет под 8%, а вам скажут 18%. Вы с ним расплатитесь, а он со мной расплатится. 8% у меня, 10% у него. Поэтому ипотека – это одна квартира по цене 3. Спрашивается... А почему нас тогда так беспокоят эти санкции, которые нам сейчас диктуют? А потому что наши предприятия
они бы с удовольствием пошли бы в российский банк и взяли бы там, ну, хотя бы под 8%. Нет. А им говорят, 11, не меньше. 12, 13, 18, 20, 22. И берут, потому что берут от отчаяния, потому что вроде деньги вот так нужны в долг, а потом их не отдать. Потому что если прибыль у вас 15, а вы взяли под 18, то это вы отложили свою гибель. Банкрот. Вот и все. Ну, зато еще пожили немножко. Как один товарищ говорит в уральских пельменях. Банки мне дают кредит, они мне доверяют. Ну, правда, у него потом жилье заберут в связи с тем, что он мне отдал кредиты. Есть случаи, когда без всяких конфликтов люди не конфликтуют, а выпрыгивают с балконов отцы семейства. А один товарищ, которому не выдавали его законные 25 миллионов, которые у него были в банке, вооружился и пошел забирать свое. Его арестовали. А это он свои деньги хотел забрать у этого банка. Банк не отдают, и все. А банк же охраняется. Хотя, на самом деле, народ надо охранять от этих банков. Такая ситуация. Значит, лучше, хуже. Значит, все это меняется. Вот другая концепция. И третья концепция развития. Наиболее диалектическая концепция развития, что все развитие идет в порядке борьбы противоположностей. Порядке борьбы противоположностей. Что это закон единства борьбы противоположностей, это главный закон развития. Собственно говоря, вот вы об этом и говорили, что сущность-то конфликта вот в этом там. А сущность-то, конечно, надо определить, за что, кто борется, как борется. И в чем единство? Единство тоже надо определить. Если есть борьба, то есть единство. Не бывает борьбы без единства, правда? Да единства и без борьбы тоже не бывает. Вот если у нас единство мнения, это значит, что у нас просто одно мнение и все? Или близкие мнения? Ну, в чем-то они разные. И вот если у нас с вами единство мнений, это что, у нас, кстати, у вас нет мнения отличного от моего? Нет, оно чем-то... Мнение может быть отличное. Ну, чем-то оно отличается. А может быть, что ничем не отличалось мое мнение от вашего? Такого не может быть. Поэтому единство мнений только всегда может быть как единство различного. И более того, если вы возьмете тождество в учении о сущности, есть понятие тождества и различия. Тождество – это всегда тождество различного. Мы с вами разные люди. То есть люди мы. То есть мы одинаковые. Люди мы. То есть единство здесь есть, но разные. То есть тождество может быть разные, как тождество различного. А различие – это различие. Мы разные люди. Различия тождественные. Вы человек, и я человек, но мы разные. Мы различные люди. Поэтому не бывает различий без тождества, не бывает тождества без различий. И даже, вот казалось бы, в математике, да, я напишу сейчас 5 равно 5. Вы видите, пятерка слева стоит, это одна, а справа стоит уже другая. У нее координаты другие. И вы никогда не нарисуете точно такую же пятерку. И потом по времени, если сами фиксировать, когда это первая была нарисована, когда вторая, они уже разошлись исторически. Все. Та уже ушла, а это новая. Скажем, компьютер сейчас все действия, которые вы совершаете на компьютер, он фиксирует. Правда? Часы там стоят. Ну вот эта вот концепция развития как борьбы противоположности предполагает действие двух противоположных тенденций. Двух противоположных тенденций. И они, эти тенденции, находятся в единстве. Не бывает так, чтобы одна тенденция действовала, а другая нет. И действует и одна, и другая тенденция. Ну а если кто-то выражает одну тенденцию, а другую противоположную, на этой почве возникает противоположные действия, противоположные высказывания, противоположные действия. Дальше вот мы говорили, что конфликт – это обострившееся противоречие. Ну, до какой степени обострившееся-то? Ну, вот оно обострилось, но уже начинаем мы разговаривать более на повышенных тонах. А вы почему это не знаете, что такое конфликт? И так далее. А вы говорите, почему я должна сейчас знать? Вы еще и не прочитали мне лекцию. Почему я должна знать? Вы сначала прочитайте, потом я буду знать. И у нас начинается… Ну, это еще же не конфликт. Потом мы поговорили и пошли пить кофе. Где конфликт? Конфликта нет. Поэтому, ну вот оно обострившись. До какой степени?
до такой степени, что сила аргументов начинает заменяться аргументами силы. Когда? Когда уже нельзя свести эту борьбу противоположности просто к обмену мнениями, к разногласиям. Потому что разногласия – это обычное дело, это не конфликт. Разногласия в науке есть как без разногласий. Давайте мы в один голос. У нас что, хор? И в хоре даже есть первый голос, второй голос, да? Многоголосие, может быть. Ну как это вот, и, так сказать, разные тембры. Поэтому даже в хоре такого не бывает, абсолютного тождества. Но встает вопрос, а вот прежде чем углубляться в основу, так сказать, а за что борются люди, а как вообще возможно разрешение конфликта? Вот мы, конфликтологи, что должны делать? Ходить и уговаривать, не надо нападать друг на друга. Тихо, все хорошо. Вы получаете 5 тысяч и получаете, а вы получаете 11 миллионов в год. И хорошо, не надо конфликтовать с ним. Видите, хороший человек, все, вы напали на него. Как один из способов. А? Как один из способов, да. Да. Значит, если он получает 11 миллионов, он успешный, а вы просто не успешный. Сейчас так и объясняют. Вот и все. У вас есть корабль? Что? Корабль есть? Нет. Нет корабля. Ну. А у Абрамовича есть. Значит, он успешный, а вы не успешный. И вы не успели добежать до корабля и схватить его, а он успел. Ну, правда, он сначала нефть схватил, потом уже корабль получил. А вас, а сказать, я не успел, потому что еще не родился. Ну, так кто виноват? Значит, вы не успели родиться. Значит, вы и не успешный. И так я тебе объясняю сейчас. Дескать, в чем тут проблема? Дескать, вы стартанули как бы одновременно, равные условия. Равные. Вот вас сейчас выпустят бакалаврами, а вот тут специалист, вот и будет равенство. Значит, специалист имеет право поступать в аспирантуру, преподавать в ВУЗе. И на государственной службе иметь подчинение сколько угодно. А бакалавр, как нам объяснили на переподготовке и повышении квалификации, не имеет права поступать в аспирантуру, не имеет права преподавать в ВУЗе и не более одного человека в подчинении иметь. Здорово придумали. Но это не вы придумали. Это придумало наше дорогое Министерство образования и науки Российской Федерации, сокращенно Минобразин. Оно думает над тем, как сэкономить деньги на образование, видимо, решает своеобразно понятую задачу. То есть, как вообще сэкономить деньги для страны? Получить много образованных людей или сократить это количество образованных людей? Тем более, вот будете образованы, вы будете какие-то вопросы неприятные мне задавать. Зачем мне это надо? Надо вам поменьше, чтобы образование было. То есть, слушайте, что я вам говорю, и помалкивайте. Вот задача. Так? То есть, мы сразу тут видим, что наши существование, оно, конечно, наполнено конфликтами, так сказать, кишит всякими конфликтами, безусловно, и они обостряются. И тогда и встает вопрос, а какой, хорошо, но вот если мы конфликтологи, мы что, должны разжигать конфликты или что мы должны делать? Или их разрешать? Вы что собираетесь делать? Вы как конфликтолог, у вас как бы с собой этот керосинчик всегда, видите, там загорелось, раз, и загасили керосином. Да? Нормально. Да, можно. Нет, конфликтов не работает. Нет конфликтов. Да, ну конечно. Сначала заражишь, тогда вот этим товарищем сзади вас будет работа. Вот. То есть вы как раз вот они занимаются вот эти трое созданием конфликтов, а остальные, значит, разрешением. То есть вообще конфликтолог что должен делать? Разрешать. А разрешать это что значит? Успокоить. То есть вот, скажем, не выплачивают зарплату там или пособие там беременным женщинам. Говорят, да ничего страшного, ну подумаешь, там ваш ребенок не накормлен. Ничего, с кем не бывает. Мы конфликтологи, нас учили всех успокаивать. Мы что, успокоить должны или добиться, чтобы этого наказали, того, кто это не дает или не делает? И наказали, и посадили куда надо. Ну или, скажем, вот революция, это всегда конфликт. Вот кто против буржуазной революции здесь есть? Встаньте. Кто против Д'Антона, Марата, Робеспьера? У нас уже Робеспьера сняли, нашлись кто против. Уже теперь не Робеспьера набережная будет, а Воскресенская. Потому что там церковь Воскресенская была. А Робеспьера убрали. Марат еще остался, пока улица Марата еще остается. Это буржуазный революционер. Марсельезу пели. Не надо петь Марсельезу, убирать будем. То есть революция вообще это прогрессивное дело? Это прогрессивное изменение революции? Или нет?
Ну, понятно, что кое-кто потеряет в революции, скажем. Все феодалы много чего потеряли в революции. Поэтому они эту революцию ненавидят. И паразиты ее ненавидят, так сказать, которых много развелось в феодальное время уже. Но если это переворот, но в другую сторону, это называться будет уже не революция, а как? Контрреволюция. Вот некоторые товарищи у нас, я смотрю, даже доктора экономических наук, я читал книгу, там в Москве конференция была, даже симпозиум такой, и вот пишут, что вот в 90-х годах произошла революция. Какая же революция, когда перешли к предыдущей формации? Как это революция-то? Ну уж были же коренные изменения, так коренные изменения в какую сторону, вперед или назад? Если вас все отнимут, это будут коренные изменения, так что тут революция? Оставили, будешь гол как сокол. Разве это революция? Революция – это шаг вперед или движение назад, вспять. Движение вперед, развитие бывает какое? Эволюционное и революционное. А может быть движение и вспять тоже эволюционное, потому что борьба предположенности все время идет, поэтому скажут, ах, так получилось, что все пошло назад. Ну а почему вы думали, что будет обязательно идти вперед? Вот вы не будете, так сказать, поддерживать тенденцию движения вперед, и все, сядет назад. Скажем, предыдущее поколение там поддерживало, а вы скажете, ну вот они все сделали, мы теперь будем пожинать плоды. Сели, ждем плоды. Нет никаких плодов. В чем дело? Оказывается, тоже надо бороться за то, чтобы были эти самые плоды. Правильно? Поэтому, когда удивляются, я почему стал вот так вот разрушаться? Почему, говорит, Советский Союз развалился? Не надо. Такого не бывает. Как что-нибудь развалилось? Его разваливали. И очень сильно, известно кто, известно как. Это отдельная большая проблема. И изнутри, и снаружи. Неужели не было никаких интересов в том, чтобы развалить Советский Союз? И очень много было интересов. Тоже и изнутри, и снаружи. И этот отдельный большой вопрос, скажем, мы можем его, так сказать, рассматривать, но у нас более узкий сейчас круг рассмотрения, мы рассматриваем социально-трудовые конфликты. И здесь то же самое. Здесь ничего само не изменяется в положительную сторону. Вот скажите, пожалуйста, я вот, предположим, что я капиталист. Цель моя какая? Допустим, у меня, допустим, страховое медицинское общество. Цель-то какая у меня? Прибыль. Чтобы вы выздоровели? Нет. Прибыль получить. Правильно. А то вы пойдете вылечиться, я с чем останусь тогда? Это все мои страховые, фондовые, сидите. А мне сдают, и государство еще перечисляет. Вот если я капиталист, я в чем заинтересован? В получении большей прибыли. А вы говорите, дайте повысить мне зарплату. Интересно, что это я должен повышать зарплату? Зарплата это что? Вы видели таких капиталистов, которые хотели бы в ущерб себе, чтобы повысилась ваша зарплата? Я вам скажу, где вы такие? Ну вот вы все должны хоть понимать такие простые вещи. Вот я вам как капиталист объясняю, что если я заинтересован в покупке рабочей силы, вашей рабочей силы, ну так я заинтересован, чтобы товар подешевле купить или подороже. Вот объясните мне, вот давайте разумно будем, научно объяснить. Вот. В чем я заинтересован? Подешевле купить товар или подороже? Вы таких идиотов видели, что вы хотели подороже купить товар? Вот я сейчас пойду. Да, видел, кстати, очень. Видели? Сейчас айфон 6 вышли. Да? Вот я сейчас. Вот я. А это не надо. Это у них там другой предмет потребления. Предмет потребления состоит не в том, чтобы установить связь, а в том, чтобы показать себя. Чем у меня дороже, тем я важнее. Вот у вас какая-то ерунда, а я достаю такой айфон. И вы никто, а я все. Понятно? Вы думаете, на машинах ездить для того, чтобы доехать из точки А в точку Б? Извините. Извините. Это вопрос престижа. А престиж – это не значит, что у вас в голове, а значит, сколько у меня в карманах, а вы вообще никто. Вот она как стоит вопрос. Так вот, если я сейчас пойду в буфет, только что я получал там пирожок, я скажу, так, почем пирожок? Они говорят, 20 рублей. За 50 беру. Так, женщина скажет, философы пришли. Это не историки. А говорю, конфета почем? 30 рублей. За 70 беру. Ну вот, говорит, сейчас вот желтый цвет красит как раз наше здание. Все, желтый. Понятно. Все понятно.
То есть понятно вам, что не будет вам повышения зарплаты, потому что только идиоты повышают цены на тот товар, который покупают. То есть это вообще не мое дело. Согласны? Что я не должен, если вот откуда конкретно, не должен я, если я капиталист, и вы, по-моему, это вот осознали, да, что я не должен ни в коем случае повышать цену на то, что покупаю. Поэтому, насчет, если вы меня придете спрашивать, когда повысят вам зарплату, какой ответ вам скажу? Вот. Видите, что значит умный человек? Вот умный человек, светлая голова. Никогда. Все понятно, товарищи работники? Никогда. И наоборот. А кто продавец-то рабочей силы? Вы продавцы? Ну так и повышайте. А я тут при чем? Это ваше дело, мое. Нет, это никак не может быть предметом моего интереса и действия. Поэтому никто никогда не повышает зарплату. Повышает зарплату только сами работники. А как вы можете повысить? Вот вы один придете ко мне повышать, говорю, выйдите, пожалуйста, за дверь. Просто не приду, там не будет. Идите. Вот тут говорили насчет работников. Мне такие работники больше не нужны. Мне нужны такие спокойные, вот умные и спокойные, с которыми можно договориться. А такие вот, как вы тут выступаете все время, не нужны. И конкуренция между рабочими по поводу того, чтобы занять это место, тоже может быть. Тоже может быть, правильно, между работниками? И между менеджерами в том числе, кто лучше волю хозяйства. А? Вам правильно сказали, вам главное сказали. Главное вам сказали, а дальше вы должны сами додумываться. Вот думали, думаешь, додумается он или нет, а он не додумался. А я додумался. Все-таки мы не самый дешевый выбираем. Приходим в магазин и покупаем не самый дешевый товар. Правильно? Нет, когда вы выбираете товар, имеющий одну и ту же потребительную стоимость, то, конечно, вы предпочтете либо самый дешевый, либо престижный. Например, вот есть товары, на которые спрос изменяется по-разному в зависимости от цены. Есть такие товары, на которые спрос падает, если цена растет. Это обычные товары. Есть такие товары, на которые спрос вообще не падает, какая бы цена ни была. Водка. Ну, хоть какая будет цена. Ну, как пили будут, так и будут пить. А есть такие товары, которые, если цена растет, повышается на них спрос. Знаете такие товары? Вы не видели, когда в очередь за золотом стояли? С ночи стояли, допустим, вот я вас нанял, вы постояли, я утром пришел, заплатил вам деньги, и потом уже покупаю золото. Потому что если цена на золото растет, я купил, а завтра оно уже дороже, а послезавтра еще дороже, так это я прямо этот самый капиталист. У меня прямо само все растет, поэтому я скупаю и скупаю. А если оно не будет расти в цене, так я и пойду это золото продавать. Что я с золотом делать буду? В буфете на золото ничего не дадут. Поэтому я начну потихонечку менять. Поэтому золото, предметы роскоши, наоборот, может быть, с ростом цены расти спрос. А когда вложение? Так почему тут вложение? Чтобы не исходить инфляцию. Ну, можно так рассматривать. Но вообще капиталовложение, строго говоря, создание новых средств производства. А это, конечно, не капиталовложение, это просто игра на повышение. И все. Строго говоря. То есть это вот, ну, выглядит как капиталовложение. Я говорю, вложился в золото, а вы в образование конфликтологическое вложились. Ну, так и чего хотите. Как встречаются два бывших товарища, которые сидели на одной скамейке в школе. Один завидует кафедре, сейчас математическая, а другой такой крупный бизнесмен. И у него денег куры не клюют. Тут заведующий кафедрой спрашивает, слушай, говорит, как вот тебе, откуда у тебя столько денег? Ты же дважды два не мог умножить и дважды два не мог сложить. Хм. Я, говорит, за $2 покупаю, за $4 продаю и на эти 2% и живу. Он как не знал, что такое 2%, и сейчас не знает. На 2%. Так. Вопрос поэтому встал, а как же нам быть конфликтологом, то есть вроде как, ну можно так решить вопрос. Один конфликтолог нанялся к представителям работников, да, профсоюзам помогает им. Второй посмотрел, говорит, денег у них мало, у этих профсоюзов, у работников, что я туда нанялся? И пошел куда? Пошел наниматься конфликтологом к работодателю. Давай.
И как показывает опыт, например, ну как вы думаете, адвокаты? Вот я адвокат. Тем более я вот профессор по кафедре экономики и права. Тут мне нужно решить, кому помогать. Вот вы мне можете дать доверенность на свой судебный процесс? Можете? Имейте право. Чего? Разъясняю. Каждый человек может любому другому гражданину дать доверенность на ведение вашего дела. Я вместо вас буду выступать. А вы только грести будете деньги. Часть денег вы должны будете мне отчислить, скажем. 10% от того, что вы получите. Или 50, по-разному, как договоримся. Так, вот он мне обещает 30 рублей, а вы мне обещаете 30 миллионов. Куда я пойду? Вот. Пойду я к вам. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, поскольку защищать считается, что юрист, адвокат, может защищать самых оголтелых преступников. Да, это святое право, так сказать. Вот вы как? Имеете... Нет, вы имеете право на адвоката, что бы вы ни делали, правильно? А если вас лишают адвоката, это лишение святого конституционного права. Поэтому, если я начну, так сказать, убийц, там, насильников и прочее защищать, это не считается, что я делаю что-то хорошее. Я юридическую миссию выполняю. Ну, как-то он бедный, ну, кто-то должен же его считать, что он хорошее сделал. Зато он кошек любит, он цветочки разводит. Ну, что зарезал. Ну, все мы умрем, и вы умрете, и я умру. Ну, чего так напали на человека? Всегда же можно что-нибудь сказать хорошее. А потом он больной, он случайно вас зарезал. Стукнул, и так 7 раз. Случайно. И что получается, что эти адвокаты начинают как-то дрейфовать. Куда? Ну, тем, кто эти деньги получил. Бандит напал на старушку. Краткий курс права. Старушка имела 100 тысяч рублей. Всю жизнь копила. Забрал 100 тысяч рублей. Старушку кто-то надоумил пойти судиться с этим. А он взял 50 тысяч, отдал адвокату. Адвокат стал доказывать, что да старушка, она же пожилая, она ничего не помнит. Да он же ей все время еду приносил, и деньгами. Это у него 100 тысяч, и так и сложилось, что он ей каждый раз приносил. Ну, бабушка, ты вы что, с ума сошли уже? Вам помогают, а вы... И выиграл. И бабушка с нищим и пошла. Ну, кто выиграет в этой ситуации? Этот бандит, да у него адвокат. Ну, поделились они. Ну вот я вам альтернативу обрисовал. Куда выйти, куда, на какую работу пойти, товарищи конфликтологи, кого будем представлять? Есть, правда, третий вариант. Но он возвышенный такой, не знаю, вас завлечет эта возвышенность или нет. А вообще третий вариант состоит в том, чтобы быть конфликтологи, вот с моей точки зрения, возвышенной. И не с точки зрения моей личной, а с точки зрения развития общества. Вот конфликтолог должен разрешать противоречия по линии общественного развития. Вот то, что нужно для развития общества, так он должен делать. Если у нас 5600 сейчас минимальная зарплата, и есть конфликт из-за минимальной зарплаты, то надо поставить вопрос о том, чтобы эту зарплату повысили. Потому что это противоречит развитию России и сохранению ее населения. Ну вот у нас говорят, вот много гастарбайтеров. В частности, потому что у нас низкая рождаемость. Но какая может быть рождаемость, если у нас миллионы получают 5200? А прожиточный минимум какой у нас? 5. Не надо. Вы принижаете успехи российской экономики. 8. Ну почти, да. 7960. 7960 прожиточный минимум, а зарплата минимальная 5600. Вывод логический какой? Логично. И не выживаешь. То есть... Как бороться с бедностью? А они вымрут, эти бедные-то. И не будет бедных. Красота. Правда? Какое решение-то придумали? Сильное решение. Причем этот прожиточный минимум, он нигде не фигурирует. Никто к нему ничего не привязывает на практике. В Трудовом кодексе есть такая привязка. Написано, что зарплата должна быть не ниже прожиточного минимума. Но в конце Трудового кодекса вы найдете статью, говорит, что вот эта статья... не непосредственно входит в действие, а специальным законом. А каждый раз закон, он как бы догоняет все время этой минимальной зарплаты, она догоняет этот прожиточный минимум. А он же все время уходит, прожиточный минимум. И она никак не может догнать, ничего не поделаешь. Причем самое интересное, что принимает по прожиточному минимуму постановление правительства. А как оно принимает? Назад, дескать, вот прожиточный минимум в прошлом квартале был такой, постановление правительства выходит.
То есть, как бы оно посмотрело, если вот меньше, чем вот столько получает, люди умерли, значит, прожиточный минимум должен быть выше. Вот 7960. Ну, а зарплата, она как была 5600, так? Она тоже повышается, но никак вот не может догнать. И что у нас? Смертность перестала превышать рождаемость? Нет. А так вы представьте себе, вот вышел бы и президент бы вышел бы, сказал, у нас, наконец, рождаемость намного превышает смертность. Это хорошо же было бы? Хорошо. И премьер-министр. Ну, как-то эту тему особенно не затрагивают, потому что вот хорошо, вот Крым у нас теперь прибавился, опять население больше российского. Вот. Потом приедут наши друзья из Таможенного союза. И не из Таможенного союза, из Шанхайской организации сотрудничества. Скоро в него войдут, сейчас уже Китай там миллиард 300 миллионов. А в Индии знаете сколько сейчас? Не тоже знаете? Что-то такое. Да, 1 270 000 000. Еще индийцев у нас нет тут. А у нас. Потом Вьетнам собирается вступить в Таможенный союз социалистический. Саварис Шувалов провел переговоры. Вы следите за этим? Я, например, все время читаю газету «Коммерсант». Я же должен знать другую сторону. А что, только работников надо читать? Надо и тех, и других читать. Из Вьетнама приедут, они очень хорошо работают. Корейцы у нас морковку сажают. Вы по-корейски говорите, нет? Нет? Я как был в Корее 2 недели, в Северной. И вот в Нижнем Новгороде там как раз рассказываю своему коллеге, заведующему кафедрой экономической теории Нижегородского университета Александру Владимировичу Золотову, что вот я вот был в Корее, там даже могу здравствуйте сказать по-корейски. Говорит, вот и скажи, вот сейчас вот корейцы идут вот с работы. Они такие понурые идут, замученные. Да, я с ними поравнялся, говорю, а на Хасимника? Они так сразу. Все вот обрадовались, а тут в Нижнем Новгороде знают, как будет по-корейски здравствуйте. Сила. Так вот, какую мы выберем, так сказать, жизненную позицию, товарищи конфликтологи? Будем мы за развитие общественное выступать или против общественного развития? Потому что кроме вот этих отношений работника-работодателя есть еще более крупные философские категории. Развитие или деградация? Да? А само развитие тоже противоречиво, как мы уже с вами говорили. В развитии есть противоположности. Как называется та тенденция в развитии, которая совпадает с направлением развития? Прогресс. Прогресс. Вот есть люди, видите как, да. А противоположное, хоть знаете, противоположное? Регресс. Регресс. Или в общественных проявлениях и в общественных науках реакция. То есть прогрессивные люди, есть реакционеры. Вы за прогресс или за реакцию? За прибыль. Вот он за прибыль, реакционер. То есть другая система отсчета и другой горизонт. При этом, значит, есть такие, надо искать такие способы разрешения конфликтов тогда, следовательно, с философской точки зрения, которые содействуют общественному прогрессу. И некоторые, скажем, национально-освободительная война, которая война за освобождение колонии от иностранного, знаете, господства, от владычества. Это прогрессивное явление? Для кого невозможно? А? Для кого невозможно? Для кого это говорит о том, что вы, так сказать, не заняли позицию общественного прогресса? Для кого? С точки зрения общественного прогресса? С точки зрения прогресса? Вы какие силы представляете? Прогрессивные или реакционные? Чувствую я, что вы представляете реакционные силы. А мы тут собрались... Люди, представляющие прогрессивные силы, мы тут сколотим свою партию и будем вас, пока будем с вами бороться, пока идейно, пока. Но подождите, силы наберем. Силы сразу не наберешь, правда? Вы все еще за прибыль выступаете? Сгорите вы за своей прибылью. Нет, можно развивать общество. Вот, давайте. Вложение. Вот, развивайте, да. Я бы с точки зрения прогресса давно бы посоветовал Набиуллина сделать тоже 1.5%. И все побежали бы, наши заводы. И Центробанк, чтобы сам давал кредиты, а не передавал этим самым так называемым банкам, которые занимаются только одним. Они получают вот эти деньги и передают под больший процент. Ну, говорят, они еще обслуживают производство, потому что счета предприятия. Так за держание счетов опять же банку надо платить. Вот если вы у меня держите
счет в банке, кто кому должен платить, если я банк? 150 рублей. Да хоть сколько. Вот кто кому должен платить? Если вы у меня в банке держите счет, кто кому должен платить? Я вам гарантирую. Вы мне? Я банк, я вам гарантирую. Да я ваши деньги, как только вы мне сдали, ваши, я даю в кредит ему, а он с него беру проценты. Я вашими деньгами пользуюсь. Дескать, вы-то не можете, у вас на них мало, а вот я всех собрал и даю ему большой кредит, а он мне под 18%. Мы уже договорились. Он мне раз 18%. Я этим Центробанку отдал 8 и 10% получил. А 10 вкладчиков? Что? Вкладчиков еще 10. Так, а вы же не требуете, вы сказали, что вы мне должны платить. Ну, платите. Вот я хочу вам сказать, что я являюсь президентом фонда Рабочей Академии Общественного Объединения. И наш счет, наш это общественный объединение, находится в Банке России. Вот если нам вдруг кто-нибудь поможет, вот вы, допустим, скажете, давайте вам, Михаил Васильевич, поможем вашему общественному объединению. 30 рублей. За движение счета нас сразу снимут. 4000. Итого результат этой вашей помощи будет такой. С нас снимут 3000, ну 4 снимут, а 30 вы прислали, минус 30, 3970 убыток в итоге. Ну, плохой. Вам плохой. Вам песня строить, нам жить помогает. По-разному, как смотреть. Так, поэтому вот, скажем, если говорить так серьезно и по-крупному, то вообще и образование существует для того, чтобы осуществлять люди образованные, содействовали общественному развитию. В этом великое. Ну, понятно, то, что карманы набивать есть разные формы. Но если вы думаете, что люди образованные будут много, гораздо больше получать, чем бизнесмены, это неверно. Образование никому не мешает, но это разные задачи. Разные задачи. И скажем, ну вот профессора у нас ну немало получают. Вот я недавно подписал трудовое соглашение, буквально недавно получил. Я получаю профессор, ученое звание у меня профессор и должность. Ученое звание профессор по кафедре экономики и права, должность профессор кафедры социальной философии, философии истории, 40 тысяч рублей в месяц. Я думаю, вы немало найдете специальностей или там профессии, на которые получают гораздо больше. Но у каждой профессии есть своя сторона. С другой стороны, ничего нет выше знаний. И знание – сила. И это, если без этой силы, так сказать, какие-то общественные движения, линии, тенденции, какая-то общественная борьба, она лишается этой самой силы, которая дает только знания. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот Цицерон писал про тех, таких как вот я и тех, кто вот здесь сидит, таких как тот, кто будет дальше преподавать, продвигать. Он говорит, вот столько человек достойных мужей сидит, а один говорит, и он хочет, чтобы ему еще за это платили деньги. Смотрите, сколько достойных людей молчит, а один говорит. Это так же, это же здорово, что вот вам дали выступить. Какая зарплата с этим сравнится перед такой важной аудиторией? Вам и даже аплодисменты сорвали. Я позавидовал, мне ни разу никто не аплодировал тут. А вы один раз пришли, понимаешь, поговорили, и раз вам аплодисменты. Везет же людям. А это что это вот солидарность у них. Работники, дескать, это наши, а мы уже не наши. Мы же это, которые преследуют студентов. Экзамены, зачеты, злодеи. А это свои люди. Вот так. Тот самый конфликт, вот он тут чувствуется. Но у нас же общие интересы. Вот скажем, кто-то из вас станет, вот вы станете академиком. Я скажу, так это она моя студентка. Разве мне плохо, что ли? Вот мне плохо, если она будет умнее меня. Скажите, пожалуйста. Умнее меня, если будет. Разве мне плохо? Так а для чего учат людей? Чтобы они были умнее предыдущего поколения или нет? Мне внучка сказала, говорит, а зачем тогда вы нас воспитываете, если мы будем не умнее вас? Я так подумал, действительно, зачем тогда их воспитывать? Ну, эту планку надо себе поставить. Ясно, что вы должны, так сказать, не такую низкую планку, а
более высокую ставить. То есть вот эта линия развития, она должна служить нам и путеводной звездой, и основой при разрешении любых споров. Давайте посмотрим, не что кому надо только, мало ли мне надо это, а другому надо это, тут тогда не разберешься, потому что каждый будет тянуть в свою сторону, а надо как-то разрешить эту проблему. Нет ли таких решений, которые могли бы, нет ли такого решения, которое могло бы разрешить эту проблему? Если не в корне, то хотя бы частично. Но мы знаем, что революции в корне разрешают проблему. Скажем, приходят прогрессивные классы, и быстрый скачок начинается в развитии. Скажем, вот такого более быстрого развития, чем то развитие, которое совершил Советский Союз, ну, не знает мир. И это все понимают. Или при переходе от феодализма к капитализму, какие рывки и скачки совершили те страны, которые у себя совершили буржуазную революцию. Правильно? Колоссально. Но бывают и другие формы разрешения конфликтов, когда и та, и другая сторона выигрывает, оставаясь в том же самом отношении. Пример. Пример какой? Вот вы тут говорили о вложениях, начали говорить. На самом деле я уже сказал, что капитальные вложения, по-серьезному, это, с точки зрения политэкономии, это вложение в основной капитал, это вложение в средства производства. Вот приобретаются более совершенные средства производства, которые разрабатываются на основе научно-технического прогресса. А научно-технический прогресс движет, между прочим, интеллигенция. Люди знания, правильно? Прежде всего, научное и техническое. И вот разрабатываются более совершенные средства производства, что является результатом. Вот вы, скажем, будучи работником, получаете более высокую производительность труда. Потому что можно было от вас потребовать больше интенсивности, чтобы вы не так пилили, а вот так. Это потому что вот так. Это называется интенсификация труда. А вот интенсификация производства – это повышение его производительности. То есть вы получили новую современную технику. У вас там компьютер стоит, он, так сказать, вы с помощью него управляете, и производительность труда выросла, допустим, в два раза. То есть одно и то же количество продуктов производится за время в два раза меньше. Или за то же время вы производите в два раза больше продуктов. Спрашивается, если у вас зарплата сохраняется, какая была, доля зарплаты в единице продукции, что с ней происходит? Уменьшается ровно вдвое, правда? Если вдвое выросла производительность труда, то в соответствующей пропорции уменьшаются издержки производства в части зарплаты. Ну тогда, значит, можно вам повысить зарплату на части этих издержек, ну вот на части этой экономии, и прибыль. То есть и то, и другое можно делать. Повысить зарплату и прибыль. Потом снова выросла производительность труда. Для этого надо что сделать? Надо все время вкладывать средства в научно-технический прогресс. Но вот движимые корыстными интересами, ближайшими корыстными интересами, очень многие капиталисты на это не идут, а пытаются, ну, если мне нужно выкопать одну ямку, я одного гастарбайтера найму, если побольше ямку, два, а если большую вам яму? Я думаю, он додумается до экскаватора. Нет, говорит, я 200 гастарбайтеров. Они вам выроют сколько надо. А если вот совсем канал надо делать, ну, то 1000 возьмем. А что происходит вот с этой стороны, если зайти с ростом заработной платы? Я думаю, вот так вы столько-то сидите, я лучше технику новую создам. Вот я лучше вам дам разработать, вы разработаете, а вас уволю. А в итоге совершается технический прогресс. То есть вообще повышение, борьба за повышение заработной платы со стороны работников толкает работодателей, капиталистов к чему? К тому, чтобы применять технический прогресс. Исходя из той же задачи, что вот надо увеличить прибыль. А как мне увеличить прибыль, если они троглодиты требовали такую большую зарплату? Ну, раз требовали, так я вот так сделаю, чтобы мне столько не потребовалось. Или вас всех оставлю, но просто будет в 5 раз больше объем продукции. И идет тогда расширение производства. У нас есть грамотные капиталисты, а есть безграмотные. Безграмотный капиталист сидит и думает, если я повышу цену в 2 раза, я в 2 раза больше прибыль получу.
И вот они повышают цены на билеты, авиа, и люди перестают летать. И вот люди садятся в самолет и не знают, полетит, не полетит. Эти наберут, столько это человек, полетим. А если не наберем, то не полетим. Да вы... А в чем фокус с лоукостерами, так называемыми? Это самолеты, билеты на которые дешевые. Ну, больше будут люди летать, больше будут платить, и, конечно, норма прибыли будет меньше, а масса прибыли будет большая. Не беспокойтесь тех, кто будет организовывать эти самые лоукостеры, без прибыли не останутся. Правильно? То есть он вот стоит, сидит в ларьке и думает, продам бутылку водки, вот за 1000 рублей ночью, может, кто-нибудь придет. Ты продай 1000 бутылок по 10 рублей. Будет 10 тысяч. То есть, к чему должен стремиться капиталист? К массе прибыли. А чтобы сделать массу прибыли, надо понимать, что вот ты график будешь рисовать с ростом цены. Сначала прибыль растет, растет, потом меньше, меньше, меньше. Еще повысишь, и вообще прибыль. Никто не будет покупать. И будет, как вам говорят, что... И в магазин цены доступны. Да, цены доступны. А товар по этим ценам уже... недоступны. А до цены вы можете дойти. Пожалуйста, можете потрогать, понюхать, полезать, посмотреть. Как в мебельный магазин заходишь, там нули, нули, нули. Где там думаешь, когда кончаются нули, начинаются единицы. Долго с этого края надо идти. Поэтому не всякое повышение цены дает рост. Поэтому надо всегда разбираться, как сделать таким образом, чтобы это разрешение, скажем, поиск того компромисса, который в том числе. Не всегда, ведь революция совершается редко, а компромиссы совершаются часто. Как вот при том или ином компромиссе могут выиграть обе стороны? Но не в такой степени, как вы хотели. Вы хотели, чтобы я вообще вам все отдал. Все-то не отдам. Так? Ну и не в такой степени, какой я хотел вас. Хотел совсем вас разводить, разъяснить, а вы вытребовали. И вот на эти денежки купили себе вот эту штучку. Мне вот просто так и хочется забрать у вас это. Но уже ничего не поделаешь, потому что вот вы выбили, так она вроде как законно ваша. А так бы я взял бы и унес. Я первый. Ну, ты уже ничего не сделаешь. Ну как? Не нужен нам такой конфликт, сейчас будете жаловаться, ректор у меня снимут. То есть, вот, так сказать, итог. Вот мы-то рассмотрели философские основы. И сделали такой вывод, как, по какой линии надо разрешать конфликты. По линии общественного прогресса, а не по линии регресса и реакции. Потому что если этого мы не будем делать, там, конфликтологи, люди, которые разрешают конфликты, то от кого мы тогда собираемся ждать? Это общественного прогресса. Потому что тогда эти конфликты будут только друг друга, будут друг на друга нападать, как говорится, и друг друга колотить. Ну а какой-то... движение-то будет вперед. Вот мы, которые должны эту борьбу не забывать, что не просто вот мы выучили, что есть единственная борьба противоположностей. Значит, мы только с вами друг друга бьем, и это все это выражение этого процесса. Нет, имеется в виду, что развитие идет в процессе борьбы, а не в том, чтобы сама эта борьба, это вот и есть само развитие. Но от того, что мы друг друга, так сказать, друг на друга нападаем, еще из этого не следует, что тут идет развитие. Может быть, разрушение производительных сил. Например, я вам не повышаю зарплату, а вы сидите на новой технике, потому что я решил сэкономить. Я купил новую технику, раз вам новую технику, говорю, давайте на новой. А вы так сидите, там, так работаете, так, ну не торопитесь. А почему не торопитесь? Потому что что вам, это новое, хоть старое. Я вам как платил там 15 тысяч, так и плачу 15. Ну, если я хочу, чтобы новая техника была освоена, чтобы вы заинтересованы были, значит, я вам должен... новую технику, повышение зарплаты, вы начнете ее осваивать. Потом опять новую технику, повышение зарплаты. Вы тогда будете, о, новая техника пришла, значит, зарплата повысится. Понятно, что от этого новой техники я-то больше получу. А вы получите меньше. Но вы получите. И то есть я, как представитель, так сказать, капитала, работодатель, заинтересован в том, чтобы вы стремились получить и освоить новую технику, стремились бы заниматься, учиться. Или я должен в кабину к вам залезать и смотреть, там вы баклуши бьете, или, так сказать, вот, как есть один из видов такой забастовки, но неформальный. Вот вдруг там ездили 30 километров в час все перегружатели контейнеров трехэтажные большие. И тут вот генеральный директор выходит, смотрит в окно. А то знаете, как в замедленном кино? Идет тут 3 километра в час, чтобы безопасность была.
чтобы никого не задавило. Потому что там бывали случаи, раз, разгромился и уехал в залив, лед пробил, утонул. И перегружатель, и человек. Так вот, в целях безопасности там ограничений снизу же нету. Вот. Я к вам говорю, а что так медленно едете? Соблюдаю безопасность. А? Начинаю смотреть правила, там в правилах еще не то написано. В правилах можно по правилам строго. Утром вы пришли на работу, вызываете инженера по технике безопасности. Вот я вам 20 минут рассказываю. Вот примерно как Юлия Андреевна рассказывает. 20 минут. Потом вопросы. Вы мало задавали вопросов, а вы потом на 2 часа вопросы задаете. Потом она вам объясняет, что вот на проволочных канатах, на тросах, на 10 сантиметров должно быть не больше обрыва одной проволочки. Пошли смотреть все троса. Смотрим, смотрим, там нет ли обрывов. Вот уже обед приближается, надо технику брать. Все знают, что не бывает такой техники, которая абсолютно исправна. Вот он подошел, вот уже, видите, записывает журнал, говорит, техника неисправна, то-то. И сидит. Я говорю, что сидите? А вот, говорит, жду, когда исправят. Так вы написали? Написал. Только исправлять? Не знаю, пока не приходили. Вот сидит и ждет. Ну, после обеда уже вроде начал работать. И к концу смены, чтобы я его не прижал. Потому что, скажу, за невыполнение производственного задания. Смотрю, он выполнил за более короткий срок на 101% после обеда. И что я могу сказать против? Ничего я не могу сказать. Все было строго по закону. Это такая форма коллективных действий. Форма коллективных действий. Очень, так сказать, хорошая, распространенная. И ничего тут не может сделать работодатель, так сказать. Тут никакой, никто забастовку не возобновлял. Или вот представьте себе, такие случаи были, не платили зарплату. Вот прихожу я сюда, а вы мои рабочие все. И все сидят. Я говорю, вы что сидите? Почему не работаете? Будете работать? Он говорит, буду. Когда? Когда поем. А когда поедете? Когда зарплату дадут. Так и зарплата не предполагается. Ну так тогда я что я могу делать? А я что могу делать? Вот сидит цех 600 человек. Были другие случаи. Цех 600 человек пришли, все встали с рабочих мест и пошли в администрацию заводскую. Встали там, ничего не требуют, ничего не требуют. Ни лозунгов, ни плакатов, никаких требований, ничего. Стоят. Людям не пробиться, прийти надо к директору, бухгалтеру, главному инженеру. Не пробиться, еле-еле продираться через них. Чего вы тут стоите, зарплату ждем? Так не будет же зарплаты. Да нет, наверное, говорят, привезу. Прошло 3 часа и привезли. На самом деле привезли. Вот люди же знают, что привезут. Привезли. Я уже не говорю о том, что так вот где-то там был конфликт такой, что женщины откусили ухо главному инженеру. А кто откусил? Они приходят в милицию, подают. Милиция говорит, да, мы принимаем ваше заявление. А сами улыбаются. Мы разберемся, мы будем искать, кто укусил. Не вы укусили, откусили ухо, нет? Не вы. Женщина. Ну, поездите, женщину всех мы опрашивали, пока не нашли. Зарплата появилась. Это такую форму мы не приветствуем. Это вот такое обострение мы тоже не приветствуем. Но вот такое бывает в жизни. Куда денешься? Такие бывают ситуации. А у него, может быть, там ребенок голодный дома. Ее ребенок укусил. Она пришла и главный инженер укусил. Что делать? Мы же конфликты рассматриваем с вами. Что делать? Конфликты – это конфликты. Вы хотите без конфликтов прожить? Не получится. Ну вот, так вот главное в этом вопросе – занять, конфликтологу занять позицию развития. Он выразитель вот этой тенденции общественного прогресса, и с этой точки зрения, но он должен разбираться в конкретных ситуациях и искать такие решения, которые продвигают вперед общество. Вот в этом ваша великая миссия. И я чувствую, у нас общество очень сильно продвинется, как только вот вы закончите обучение, начнете все продвигать. И тогда мы пойдем семимильными шагами. А сейчас что-то как-то все затормозилось, потому что вы что-то задержались на старте. Вы написали, кстати, дипломную работу? Нет? А что, вам запрещают? Запрещают уже заканчивать? Что, запрещают? Разрешают? Не разрешают. Пишите, никто не запрещает. Можно раньше писать.
Вот Владимир Ильич Ленин, он пришел, экстерном сдал на юрфаке, через экстерном, и ушел, юрист, и все. А сейчас надо 120 тысяч платить. Он, наверное, поэтому, он знал, чем дело закончится, поэтому пошел и сдал по дешевке при царе. А сейчас 120 тысяч семестр там. И вы здесь сколько сидите, сдали бы все экстерном, но сейчас экстерном у вас не будет никто брать. Ничего, ничего, вы будете платить. Вы или ваши родители, платите, платите. Вам песни строить, нам жить помогают. Нам зарплату будут давать. Вопрос есть? Спасибо, товарищи, за внимание. Мне тоже аплодировать. Первый раз, больше никогда. Это из-за вас все.